На базе Малой академии наук в Актемцах Ангаласского района открыли международную летнюю дипломатическую школу. Участие в ней принимают 26 школьников из Китая, 10 из регионов России и 15 учащихся из Якутии. По словам организаторов, летняя дипломатическая школа является прекрасной коммуникационной площадкой для активного взаимодействия подрастающего поколения России и Китая. Она также позволяет обменяться опытом публичной дипломатии и выработать предложения по актуальным вопросам сотрудничества двух стран. Очень мирно, и все будет хорошо, и чтобы мы не были всякие конфликты, и вот такое школа.